друзья, сегодняшнее видео представлю о мотоцикле Тула, пускаемый в Советском Союзе с 84 по 91 год. Этот мотоцикл был создан для сельской местности. Он не сколько мотоцикл, а транспортное средство повышенной проходимости. Октановое число здесь как бы без разницы. Заливал в него 95-й. Никаких изменений. Ну, потише стал работать на больших оборотах, на 4-й передаче. Классная штука, но минус один, он очень тяжелый. Вот на таких бы колесах что-нибудь полегче в наше время цены не было бы. Там килограмм бы 110-120, чтобы он весил, но никак не 200. Сейчас попробуем завести его. Так как у меня трос газа оборвало, будем газовать именно вот так. Техника. Сейчас будем ремонтировать, заменять тросик и рубашку газа. Покажу, как это делается. Но я давно этим не занимался, очень давно. У меня раньше не вытащить было из гаража. У меня велосипеды, мопеды, мотоциклы, все было. А сейчас, живя в мегаполисе, отдушины нет. Иногда, когда нет настроения, кто-то испортил или просто хочется повозиться, пошел в гараж, начал что-то делать своими руками, все заботы, проблемы куда-то теряются. Ну, продолжим.